Чтобы играть быстро, нужно владеть определенной техникой. И сейчас я покажу вам несколько упражнений, которые повысят вашу технику игры на гитаре. Начинайте их отрабатывать в медленном темпе. Вот первое. Косая черта обозначает повтор предыдущей фигуры. Играем 16 нотами по 4 на каждую долю. Здесь применяется пул-офф. Указательным пальцем прижимаем, приглушаем вторую струну. А здесь, если со второй струны играем, то третью струну. Вот так. Обратите внимание, два удара медиатора вниз, один раз вверх. Указательный палец должен переходить со струны на струну, не нужно зажимать вот так, сразу две струны, это неправильно. Второе упражнение. Точно так же приглушаем указательным пальцем вторую струну. Это если от первой струны. А если от второй, то тогда третью. Медленно покажу. Следите за штрихом, играйте так, как написано. Третье упражнение – это самое скоростное упражнение, которое позволит нам быстро играть. Оно играется уже в верхнем регистре. Здесь применяются хаммер и пул. Штрихи медиатора вниз, вверх. Указательный палец ставим на 15 лад. И ставим так, чтобы он приглушал соседние струны. Первую струну и третью. Ладошкой приглушаем нижние струны, чтобы было чистое звучание. Шестую, пятую, четвертую. Вот получается, мы все приглушили, кроме второй. Теперь играем. Отрабатывайте в медленном темпе. И еще, указательный палец не нужно подымать, а средний палец ставим так, чтобы он приглушал, когда он опускался на третью струну, чтобы он приглушал вторую. Вот, поставили средний палец, все, он приглушил вторую струну. Отрабатывайте эти упражнения под метроном, а еще лучше под барабаны. Ссылки на минусовки в разных темпах смотрите в описании. На этом все. С вами был Александр Маринчук. До встречи в новых видео.